Всем привет, дорогие друзья, с вами Кот, и мы с тобой продолжаем играть в игру Зомби Качерс, либо же Охотники на Зомби. Погнали дальше. Значит, у меня тут открылся новый уровень. Значит, нам уже доступны какие-то новые предметы, что-то там уже какие-то новые зомби. Окей, погнали. Ты посмотри на эту красоту. Значит, сегодня мы постараемся закончить пляж. Значит, у нас тут открылся новый зомби-босс, но сначала мы пока что поохотимся на обычных зомби. Погнали. Так, есть! Капец, он петарды эти кидает, это ужас. Так, что у нас тут? Тут обычный есть. Ну, как бы тут все обычные зомби, вот только необычный, это вот кокосовый и как раз креветочный. Так, и у нас, кстати, давно уже не загружался капкан. Ты посмотри, у нас реально загрузилось два капкана, это круто. Но я их пока оставлю на... что-то очень другое, потому что там открылся какой-то новый зомби, значит, у нас уже там доступна локация, зима. Так, хорошо, все, проходим, продолжаем охоту. Вот, смотри, чё, все, в снег, окей. Вот у нас новая локация, зима, великолепно, великолепно, реально очень круто. Так. Все, погнали ловить зомби. Так. Всяких гадов убираем сразу. Так, кто там? Так, давай вот так сразу быстренько всех берем на абордаж. Так, великолепно. Да ё-моё, да блин, ты задолбал своей петардой. Он оглушил меня. Да блин, нет! Это дебильный пеликан, я тебя ненавижу. Гад, я из-за тебя пропустил. Я вот, знаешь, я пытался не наткнуться на него, и, короче, он еще вот этот зомби убежал туда вниз. Ладно, короче, забей. Сейчас поймаем вот этих зомби, нас же ждет в конце. Да блин! Да вы достали убегать уже от меня так. Стоять, все. Ну, хоть три поймали, великолепно. Так, все, зомби пойманы. Погнали. Все. Пред последний уровень, и сейчас будет зомби-босс. Тихо. Ой, давно у нас этой штуки не было. Кто тут? Обычные. Да блин, в защите опять в этой кожуре. Да блин, давай. Так, есть. Ну, конечно же, сейчас он убежит. Сейчас он постарается, гад, убежать. Ладно, беги. Беги, я тебя не держу. Так, все, есть. Хорошо. Хорошо. Я надеюсь, что мы его поймаем, этого зомби-босса. Я очень на это надеюсь. Так, можно освободить, кстати, зомби. Но у меня интернет отключен, поэтому пока что зомби тут получить нельзя. Окей, погнали. Зомби-босс замечен. Войти на уровень. Так. Охренеть! Стой, подожди. Чё как быть, блин? Чё как быть, подожди. Давай. Ах ты чёрт, он сейчас же убежит. Чё, как там внизу-то? Как опустить мне эту штуку? Почему? Я управление не помню так. Да блин. Чё делать? Да блин. Ты придурок, что ли? Давай. Да блин, в смысле ты опустил так пушку? Давай, наверх. А, да он сейчас бежит. Все, сбежал. Ну, я так и знал, что будет какая-то чушь. Зомби-босс сбежал. Продолжить охоту за 10 вот этих брюликов? Ну, не знаю. Даже не знаю. Так, я подумал. Давай. Давай еще раз, попробуем сейчас затащить. Так, хорошо. Есть. Так, давай, стой. Так, спокойно. Давай, ловись! Я тебя вообще не понимаю, в смысле? Он защищается этой штукой. Да блин, уже середина... Да что, как мне его ловить-то? Стой. Есть! Давай. Да блин, черт, давай. Да блин, в смысле он прыгает-то так? Когда он успевает это делать? Так, стой, я его вроде задел.
Так, похрен, погнали еще, мы должны его сейчас поймать. Все, последняя штучка. Так, стой, давай. Погнали. Так. Да блин. Стой, давай их. Да блин, поднимай. Да давай. Да, есть. Хоть мы и потратили 20 плутония, но зомби-босс пойман, наконец-то, ура. Фух, это было сложно, я тебе скажу, он сложнее, чем вот та бабка, которая на болоте. Ну все, мы его отлавливаем, можно жить спокойно. Так, ну все, ребят, я, короче, отжал вот этих ананасовых зомби, и мы можем вот как раз заправить либо сюда вот. Нашего зомби-босса. Ну, давай попробуем вот сюда все-таки. Потому что тут можно получить 2000 монет, тут 1200. Давай вот сюда. Все, произвести. Использовать пляжного босса, чтобы начать производство. Погнали. Вау! Вот как раз можно его вблизи посмотреть. Смотри, значит, это зомби-босс-спасатель. И он довольно-таки очень круто выглядит. Реально классно. Супер. Офигеть. Так, ну и... Давай тогда еще сыграем вот тут две битвы. Вот у нас как раз вот дроны скоро найдут новых зомби, и я как раз вот сейчас вернусь. Так, ну все, ребята, зомби у нас найдены. Кстати, можно как раз прочитать, что вообще за такой зомби. Значит, пляжный босс. Автозагар. Вкус как автозагар. Фу, блин, капец. Сочность 5 звезд. Так. Смотри, у этого 4 звезды. Но он, как всегда, самый сочный из всех пляжных зомбей. Это вот этот пляжный босс. Окей. Погнали. Сейчас половим еще кого-нибудь. Так, значит, капканы я пока... Ой, как много... А что такое? Что такое, блин? Я вообще не понимаю. Ну круто, он ускользнул. Так, можно вот этих пеликанчиков пока позбивать. Окей, хорошо. Вообще, зомби какие-то стали прям в защите. Прям мега такие сильные. Так, давай. Сейчас грохнем, есть. Давай, цепляй, да что ты... Есть, все, поймали, хух. Великолепно. Так. Все нам зомби пригодятся. Потому что знаешь что? Нам могут потом в будущем дать задание, что, например, отожмите там кокосовых, либо ананасовых, либо креветочных зомби. И они как раз у нас будут в запасе. Поэтому мы сейчас тут еще половим. Так. Охота началась. Ой, блин, прям у самого обрыва. Так, ладно, тут нужно как-то аккуратно действовать. Есть. Стой, как-нибудь... Ах ты гад! Ты гад! Оглушил меня, специальный динамит еще кинул. Что такое вообще? Да блин, ну слезай, ну что такие? Вот они вот прям в этой защите. Нам нужно капкан прокачивать. Ой, какой капкан, ты что? Капканы я пока тратить не собираюсь, а вот гарпун нам надо капец как прокачивать. Так. Давай, короче, сейчас попробуем вот тут поймать. Я не знаю, кто тут будет. Блин, опять в защите. Опять петарда. Так. Есть. Ну вот деревянную защиту нам легко пробивать. А вот защиту металлическую уже возникает с этим трудности. Окей. Все, отлавливаем. Круто. Ну вот, значит, как-то так, ребятки. Поймали мы вот зомби-босса. Конечно, ушло... 20 плутония на него, но это того стоило. Мне было интересно его поймать, интересно было на него посмотреть. Реально он очень круто выглядит, и он очень даже необычный. Окей, значит, сегодня был у нас финал локации пляж. В следующей серии мы уже будем играть на локации зима. На этом все. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео, ставьте большие пальцы вверх. С вами был Кот, всем удачи и всем пока-пока.